Я вернулась, господи, мать твою! Какая жесть! Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. Мы продолжаем играть в Doki Doki Literature Club. И прямо сейчас мы с Нацуки будем готовить какие-то кексики, выпечку, хлебушек, булочки. Чем мы будем готовить, Нацуки? Чем будем готовить? Может, твои булочки будем готовить, а? Подготовим твои булочки хорошенько. Ладно, ладно, шутки в сторону. Давайте, пока она не дала мне хорошенько сковородкой по голове за мой утонченный юмор, мы приступаем. Мы приступаем и прямо сейчас начинаем. Нацуки держала в руках большую сумку, скорее всего, забитую ингредиентами для выпечки. Хм, я не хотела тащиться всю дорогу сюда, чтобы в итоге обнаружить, что твоя кухня не подходит для готовки. Ты купил все, что я просила? Да, конечно. Вчера Нацуки попросила меня купить целый список ингредиентов, если их нет у меня дома. Отлично. Я рада, что на тебя можно положиться. Спасибо. Я удивился, услышав похвалу от Нацуки, нежели что-либо колкое, что было бы в ее духе. Неужели вне стен школы она действительно немного меняется? Ну ты вообще забыл, что ли, что она уже проявила доброту своего характера в эпизоде с Юри в прошлой серии? По-моему, как бы это очевидно, что она не такой уж прям монстр злобный, да? Тогда давай пойдем на кухню. Что, даже не предложишь взять у девушки тяжелую сумку? Декарт-сан, где твое гостеприимство? Да ладно, с каких пор я обязан быть джентльменом? Я взял протянутую мне сумку. Она невероятно тяжелая. Ага-ха! И тем не менее, до твоего дома я ее дотащила. Впечатлен? Ничего себе! Да, я впечатлен, Нацуки. Похоже, я вечно тебя недооцениваю. Это все потому, что я маленькая, так? Ты нахал. Нацуки ударила меня кулачком в грудь. Слышь, а если я тебя кулачком ударю в грудь? Тебе понравится? Ты смотри, он, вот мне кажется, вот котику на твоей левой сиське совершенно не понравится. Эй, не делай поспешных выводов, твой рост тут ни при чем. Тебе так не нравится быть маленькой? А? Не то чтобы не нравится. Ну, то есть, иногда я люблю указывать людям на их неправоту, когда они судят обо мне лишь по росту. Весело, когда ты меньше всех ростом, а делаешь все лучше остальных. Прям лучше остальных ты все делаешь, да, особенно стихи пишешь. С другой стороны... Боже, просто забей! Что ты от меня хочешь услышать? Не думай, что сможешь втянуть меня в свои странные разговоры, раз мы не в школе. Ну, мы начнем уже или как? Мне еще нужно многому тебя научить. А-ха-ха! Что? Теперь ты на себя похожа. С тобой куда веселее, когда ты прямо говоришь то, что думаешь. Эй, теперь ты обращаешься со мной, как с ребенком. Я просто хотела быть с тобой помягче. Просто то, что у меня нет такого взрослого и сексуального тела, как у Юри, не означает, что ты должен относиться ко мне как... Ох. Нацуки запнулась и покраснела. Нацуки, забудь. Я ничего не говорила. Я должен извиниться и пойти к Юри, потому что ты мне напомнила. Черт побери, у нее взрослое и сексуальное тело. Давай, пока. Это, ты тут как-нибудь справишься, я думаю, с пирожками, да, без проблем. Я пошел, наверное, Нацуки. Да ладно. Я оценил то, как ты старалась быть приветливее. Мне тоже следовало бы вести себя более тактично. И, кстати, если ты и правда так думаешь, то знай. Куча парней нравится твой тип фигуры. Ах. Да откуда тебе знать? Просто поверь на слово. Извращенец. Эй, это мне адресовалось? Ты видишь кого-то еще? Черт, давай уж начинать. А-а-а, видел бы ты свою кислую мину. Наконец-то я нашла твою слабость, Декарт-сан. Нацуки озорно улыбнулась. Пощади. Что ж, если Нацуки решит кидаться подобными оскорблениями, я в долгу не останусь. Грязная шлюха. Да? Или нет? Мне дастся возможность потом вот так вот ее как-то назвать. Было бы неплохо. Но она, похоже, уже успокоилась и стала вытаскивать продукты из сумки, чтобы начать готовку. Итак, прошло всего ничего. А по кухне словно ураган прошелся. Ложки, грязные миски, мука, разлитая жидкость и пластиковые пакеты усеяли все возможные столы. Миксер был не такой большой, чтобы взбить сразу все тесто, и нам пришлось сделать это в несколько подходов. Все это время Нацуки внимательно следила за моими действиями, чтобы я не напортачил с ее любимым делом. Декарт-сан, где ты оставил красители? Тесто скоро надо будет класть в печь, пора заливать формочки. Кажется, они еще лежат в сумке у стола. А для чего они тебе? Чтобы скрасить тесто, разумеется. В каждой формочке будет свой цвет. Так получатся разные вкусы, и каждый сможет выбрать свой любимый. О, классная идея. А глазурью мы так и не можем сделать. Ты бы хотел? Ты спрашиваешь меня?
У меня, в общем-то, нет предпочтений, так что... Ну же, ты совсем не вкладываешь в это душу. Ты можешь хотя бы притвориться, что тебе весело. Мне весело, не совсем понимаю, чего от меня хочет добиться Нацуки. В это время она стала заливать тесто в формочки, добавляя в каждую несколько капель пищевого красителя. Ого, выглядит и правда здорово. Видишь? Кулинария — это не бездумное следование рецептам. Презентация блюд — это апогей твоего творчества и веселья при их приготовлении. Невозможно описать словами, насколько оправданными кажутся твои усилия, когда ты видишь, как загораются глаза людей просто от их вида. Как когда ты испекла кексы в мой первый день в клубе. Я вспоминаю, как гордо Нацуки сорвала скатерть с кексов в форме котят и восхищенные взгляды Сайори и Моники. Интересно, получится ли у меня сделать так, чтобы Нацуки испытала завтра ту же гордость? Ясно. Пожалуй, я тоже использую пищевой краситель. Звучит так, будто ты начинаешь понимать. Только для начала убедись, что хорошенько перемешал глазурь, прежде чем использовать краситель. Уже почти закончил. Электрический миксер мы используем для теста, так что мне достался венчик и здоровенная миска глазури. Здесь все еще полно комков. Ты вообще стараешься? Ну, конечно. Просто это займет немного больше. Да, комков. Комков это не очень хорошо, ребятка. Комков это плохо. Надо это дело уничтожить. Я эту страшную фамилию вспоминать, конечно, не хочу. Просто это займет немного больше времени. Боже, с твоим темпом мы тут всю ночь проторчим. Вот, учись. Нацуки выхватила у меня венчик, а другой рукой чуть наклонила миску к себе. Ты должен дух из нее вышибить. Через несколько секунд консистенция глазури заметно улучшилась. Видишь? Словно подтверждая свои слова, Нацуки сунула палец сперва в глазурь, а затем в рот. Я потянулся сделать то же самое. Еще рано, мне кажется, еще рано ей палец в рот совать. Ты погоди пока. Эй! Нацуки схватила меня за запястье. Не хочу, чтобы твои похотливые пальцы лезли в мою глазурь. Девочка, ты больная, что ли, совсем, а? То есть он еще даже до рта до ее не дотащил, она уже либо у нее шестое чувство, и она знает, что он сделает в ближайшие пару минут, пару секунд, либо она немного поехавшая, надо отметить. Твою глазурь, значит. А ты не забыла, кто сделал всю работу? Я стал с ней бороться, пытаясь засунуть палец в глазурь. Только не заставляй из тебя тоже дух вышибать. О, погляжу, как ты справишься. Я чуть подался вперед, как раз, чтобы дотянуться до глазури. Я с триумфом зачерпнул пальцем немного глазури, пока Нацуки изо всех сил пыталась меня оттащить. Ай! Из-за того, что Нацуки тянула меня, я споткнулся и потащил за собой. Мерзость! Ты мне все лицо измазал! Ну и чья это, по-твоему, вина? На щеке Нацуки красовалось здоровенное пятно из глазури. Она попыталась слезать его языком, но не доставала. Боже, а знаешь что? Вот тебе! Сдавшись и вытерев пятно пальцем, Нацуки направила его в сторону моего лица. Разбежалась. Я был быстрее. Я схватил ее за запястье. Мое лицо было спасено. Я сломал ей руку. И она заорала от боли. Я взял нож и такой, нате, падла, будешь ты еще. Ладно. Нацуки попыталась бороться другой рукой, но я схватил ее. Но я тоже захотел немного в какую-то лепту внести в сюжет. Ну что, у меня тоже был интересный вариант. Как бы он потом от японской полиции бегал, да? Нехилый такой бы оборот бы сюжет. Виток бы взял такой нормальный, да? Короче, схватил он и ее, и... Прекрати! Нет, пока ты не извинишься за то, что назвала меня извращенцем. Ладно, ладно, извини, что назвала тебя извращенцем. Ты же знаешь, я не серьезно. Просто забавно было смотреть на твою реакцию. Ты со мной такое постоянно проделываешь. Говоришь всякие глупости, добиваясь моей реакции. Тебе и правда не стоит так дразнить девушек. Вот как? В таком случае этого мне делать тоже не следует. Я схватил палец Нацуки и слезал с него глазурь. Ого! Что-то я... Так, давайте-ка сохранимся, наверное. На этом месте надо сохраниться. По-моему, она сейчас возьмет какую-нибудь местный, знаете, такой... Формочку для кекса возьмет и просто по яйцам нам ей хорошенько втащит. Что? Ты серьезно только что? Ее лицо было полностью красным. Да, Карцан, тебе не стоит так делать с девушкой. Разве что она тебе сильно нравится. Ты ведь... Понимаешь это, верно? Что это за вопрос вдруг такой? Как за секунду настроение так кардинально изменилось? Потому что ты лизнул ее палец, дебил! Вот так и изменилось, понимаешь? Попробуй, подойди к людям на улице, я не знаю, к кому-нибудь. И повтори это, и ты увидишь, настроение изменится кардинально. Просто я тебе гарантирую. Нацуки молча смотрела на меня. Я ощутил ее частое дыхание. Почему у меня вдруг закружилась голова? Внезапно раздался звонок пожарной тревоги. Нацуки метнулась к духовке.
Что-то подгорело? Я думал, ты еще не поставила печься кексы. Неудивительно. Ты оставил там грязный противень. Болвашка. Как ты мог так напортачить? О, я уже болвашка. Я уже не мудак, там не дебил, не знаю, уже болвашка. Потому что, походу, ребята, такое ласкательное ругательство означает, что мы, что называется, наработали авторитет. Ты же не проверила духовку, прежде чем ее включить. Не перекладывай на меня свои косяки. Боже. Нацуки надела рукавицу, чтобы выточить почерневший противень. Достав противень, она поставила его сверху на плиту. В тот же момент пожарная сирена затихла. Ладно, сейчас загрузим тесто в духовку. Ага. Мы все еще не отошли от недавнего неловкого момента. Но он был уже утерян. Я наблюдаю за тем, как Нацуки отправляет кексы в духовку. Затем, нехотя взяв в руку венчик, я как ни в чем не бывало продолжил взбивать глазурь. Ну чё, лизни еще раз ни с того ни сего ухо и, например. Чё утерян? Нормально, как раз. Ну, пообщайтесь, вообще будет зашибись. Ах, как вкусно пахнет. Кексы зарумянились, их можно было вытаскивать. Как только Нацуки открыла дверцу духовки, в кухню ворвался сладко-жаркий воздух. Смотри, как прелестно они все выглядят. Она с гордостью показала находящиеся в отдельных формочках разноцветные кексы. После того, как мы польем их глазурью, они станут выглядеть еще лучше. Будто бы я без тебя не знаю. Я принесла инструменты для их оформления. Надеюсь, ты сможешь проявить свои творческие способности. Вот, нужно напомнить глазурью эти мешочки. Нацуки передала мне несколько пластиковых мешочков. У меня есть несколько насадок. С их помощью глазурь будет выглядеть красивой и пышной. А с этой можно даже цветы делать. У меня тут возникла идея. А? Наше мероприятие связано с литературой, так? Мы могли бы добавить в него атмосферности, написав на каждом кексе разные слова. Будет забавно наблюдать, как люди выбирают кексы в зависимости от понравившегося слова. То есть, наверное, сейчас будет мини-игра, и я так понимаю, в рамках этой мини-игры я буду, получается, выбирать слова, как я выбирал слова для стихотворений. Наверное, так, да? Какой замечательный диалог у вас, ребят. А я-то ожидал услышать от тебя очередную глупость. Но мысль и в самом деле довольно миленькая, так что... Может, ты меня навела на такую мысль. И что это вообще значит? Я не миленькая. Да ладно. Мы же не в школе, никто косо не посмотрит. Если ты так одеваешься и ведешь себя, я должен не думать, что ты мило выглядишь? Ну... Голос Нацуки медленно затих. С тобой то же самое. А? Ты что-то сказала? Ничего, давай поливать глазурью. Нацуки взяла инициативу и стала крепить насадки к мешочкам. У нас еще куча дел, нам нельзя терять время. Смотри, как это делается. Не дав мне возможности подумать о том, что она там сказала, Нацуки стремительно продолжила готовить. Она показала мне, как поливать кексы глазурью, и мы принялись за работу. Так, я понял. Когда мы наконец закончили, Нацуки выставила кексы в линию, чтобы полюбоваться результат. Я кексов уже хочу, блин, вы заманали, хватит про кексы, серьезно, у меня нет дома кексов, понимаете? Эх, нет, сейчас поздно, сейчас 11 часов вечера, я сейчас нигде не смогу достать кексы, они все кексы, 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 глазурь, 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 да что ж так, Сталина на вас нет, японского там, я не знаю, Ким Чен Ын, нет, это корейский, да неважно, смотри, как прелестно они смотрятся вместе, да, согласен. Ух, так и хочется съесть один прямо сейчас. Так почему бы и нет? Не вижу в этом ничего предосудительного. Ну да, но папа сегодня готовит ужин, так что мне нельзя портить аппетит. А-ха-ха. Сайори в этом плане прямая противоположность. Будь она здесь, наши запасы мигом сократились бы кексов на 10. А бы еще поужинать не отказалась. Да брось, это нездоровое питание. К тому же, когда папа готовит, мне нужно съесть как можно больше. Неважно. Я надеялась, что у нас еще останется время почитать мангу, но мне нужно успеть домой до ужина. Что, уже? Очень жаль. Нечего было так медленно работать. Тебе следовало заранее позаботиться об этом. Не часто выпадает такой шанс. Блин, как обычно, Нацуки свалила всю вину на меня. Ты можешь завтра принести кексы? Если тебе поможет Сайори, то вы, скорее всего, управитесь за один заход. Да, справимся. И не волнуйся, я не позволю Сайори схрумкать. А-а-а! Хотела бы я, чтобы она слушалась меня так же, как слушается тебя. А, да. Мои мысли снова вернулись к утреннему разговору о Сайори. Я чувствовал себя совершенно беспомощным. Сайори действительно прислушивается ко мне, но тогда у меня было ощущение, что она была не способна меня услышать. Ладно, я вроде все взяла. Ты отлично сегодня постарался. Ты тоже? Я, наверное, провожу тебя до двери. Окей. И вот Нацуки уже собралась уходить. Казалось, все произошло в мгновение ока. Но что важнее... Смог ли я стать с ней ближе, как того хотел? Ладно, я, пожалуй, пойду. Спасибо за помощь, все такое. Увидимся завтра. Постой, Нацуки! А, насчет того, что ты сказала, что такой шанс предоставляется нечасто. Я считаю, что так быть не должно. Мне сегодня было очень весело.
Ты и правда смогла показать мне, каким увлекательным занятием может быть готовка. Но кроме того, ты можешь заходить ко мне в любое время. Потому что, если возможно, я бы еще раз хотел так провести время. Захочешь ли ты почитать мангу или сходить куда-нибудь? Ты сейчас не шутишь? Нацуки напряженно на меня посмотрела, стараясь не выдавать эмоций. Нет, я хотел бы проводить с тобой больше времени. Декарт-сан, я думала, тебя заботила только подготовка к фестивалю. Извини, что сегодня так рано приходится уходить. На самом деле, я бы не хотела. Я бы осталась подольше, если бы могла. Я чувствую то же, что и ты. Блин, чё-то... Это было немного стрёмно, на самом деле. Это как-то очень резко, знаете, она телепортанулась. Она... Их взгляд, он немного угрожающий. Он не шибко это выражает, честно говоря, приязнь какую-то. Она смотрит на меня, как на говно. Неожиданно Нацуки приблизилась ко мне. Постой, Нацуки. Стоя в паре сантиметров от меня, Нацуки пристально смотрела мне в глаза. Ее пальцы осторожно взялись за мою рубашку. Она будто держалась за меня. Я ничего больше не видел, кроме розовых щек, такого же цвета глаз и слегка приоткрытых губ. Ничего подобного, они не приоткрыты, это самые закрытые, их почти не видно, блин, ты что-то выдумываешь? Что происходит? От ее теплого дыхания у меня начинает кружиться голова. Я испытываю это чувство уже несколько дней. О-о-о! Внезапно... Ты что, ее электрошокером долбанул, что ли, чувак? Какого хрена? Внезапно Нацуки отпрыгнула назад. Сайори? А? А? «Привет, Декарт-сан! Сайори! Только что мы не...» «Да все нормально! Вообще, да! Я просто заскочила поздороваться!» «А, тогда тебе стоило прийти немного раньше. Я уже ухожу, так что...» «Ой, правда? Печалька!» «Да, жаль! Но мы увидимся завтра на фестивале, так что все нормально. Главное, все кексы не съешь. До завтра!» Явно смутившись, Нацуки телепортировалась, как Супермен, просто куда-то там вправо относительно нее и влево относительно меня. Нацуки поспешил удалиться, Сайори помахала ей на прощание. «Сайори, я думал, ты не хотела заходить». Я пыталась отсидеться в комнате, но мое воображение играло со мной в жестокие игры. Поэтому я вынуждена была прийти сюда и сама все увидеть». «Что увидеть? О чем ты вообще говоришь?» «Ну, знаешь, как весело тебе было с Нацуки, например». Как сильно вы с ней сблизились. Я хотела за тебя порадоваться. Ведь у тебя появились такие замечательные друзья. Это все, что для меня важно. Из глаз Сайори покатились слезы. Это все, что имеет значение. Почему меня терзают эти чувства, Декарт-сан? Я должна за тебя радоваться. Почему у меня такое ощущение, будто сердце разрывается напополам? Как больно. Все так болит. Насколько все было бы лучше, если бы я могла просто исчезнуть? Сайори, не говори так. Это так, Декарт-сан. Не будь меня здесь, тебе не пришлось бы растрачивать на меня свое сострадание. Не пришлось бы мириться с моим эгоизмом. Моника была права. Мне нужно просто... Моника? Насчет чего была права Моника? Сайори, я тогда говорил всерьез. Я не собираюсь это так оставлять. И забота о тебе это вовсе не бремя, как ты можешь думать. Это одна из тех вещей, которые мне только в радость. То, что я никогда ни на что не променяю. Даже если это займет у меня всю жизнь. Я буду рядом с тобой до того самого момента, пока боль не уйдет окончательно. Но... Она не уйдет окончательно, у нее клиническая депрессия, чувак! Я положил руку ей на плечо, чтобы придать ей уверенность. Мне страшно, Декарт-сан. Мне правда очень страшно. Чего ты боишься, Сайори? Я боюсь, что мои чувства к тебе сильнее, чем твои ко мне. Сайори? Все так, не правда ли? Я была слабой, и мои чувства к тебе продолжали расти. И сама сделала это с собой. Декарт-сан, ты нравишься мне так сильно, что я хочу умереть. Вот что я чувствую. Да ну не гоните, ну давайте без этого всего. Это так... Я не люблю такие вот сопливые разговоры, когда начинаются. И еще. Достаточно, Сайори. Да, вот достаточно, да. Я не хочу, чтобы ты страдала еще больше. Я нежно спустил свою руку с плеча Сайори и крепко сжал ее ладонь в своей. Помнишь мои слова о том, что я знаю, что для тебя лучше всего? Ты все еще мне веришь? Сайори молча кивнула. Даже если ты не понимаешь своих собственных чувств, я знаю, что тебе сейчас нужно больше всего. И я собираюсь дать тебе это. Ты всегда останешься моей самой близкой подругой. Я люблю тебя. Ну я же люблю эту, блин, мелкую, да? Как бы. Ты всегда останешься моей самой близкой подругой, короче. Да. Больше всего
Тебе нужно, чтобы все было так же, как и всегда. Моника рассказала мне о вашем разговоре. Она рассказала, насколько счастливее ты стала после моего вступления в клуб. Я понимаю, сейчас ты борешься с очень сложными чувствами внутри себя, но... Пожалуйста, доверься мне. Я знаю, как лучше. Я знаю, что сделать тебя счастливой. Я обещаю, что помогу сделать все как раньше. Я... Поняла. Сайори вымучила улыбку. На ее лице читалась боль. А, значит... Вот оно какое это чувство, когда тебя бьют ножом в грудь. Надо бы про это стихотворение написать. Сайори, все нормально. Это мое наказание, не забыл? За мой эгоизм, поэтому... Пожалуйста, не обращай внимания на эти дурацкие чувства. Я знаю, что ты прав. Все это время я понимала, что на этом пути мне не найти счастье. По этой причине я и пришла сюда, чтобы получить ответ, который мне нужно было услышать. И еще кое-что. Ты прав в том, что я хочу, чтобы все было как раньше. Теперь я это осознала. Ты правда знаешь меня лучше всех, Декарт-сан. Я могу доверить тебе что угодно. Что угодно. Так что... Улыбка Сайори вдруг перекосилась. А так вот, что ли? Она развернулась ко мне спиной и упала на колени. А-а-а! Схватившись руками за голову, она, что есть мочи, закричала. Я думаю, что Декарт-сан уже, наверное, решил, что ну его нахрен. Я, конечно, не против до конца своих дней пытаться там помочь и все такое. Но вот это вот, это немножко перебор. Я был настолько шокирован, что не знал, как отреагировать. Оглянувшись, Сайори еще раз улыбнулась мне через плечо и убежала. Сайори! Я остался беспомощно стоять у своего дома. Почему я чувствую себя так ужасно? Я не смог бы сделать большего. Максимум, что я могу, поддержать Сайори в ее чувствах и на том пути, что она для себя выбрала. Но мне понять чувства Сайори не легче, чем ей самой. Пусть я могу ее утешить, но я не могу избавиться от мысли, что мне нужно сделать нечто большее или просто другое. Эти мысли будут терзать меня, пока все не станет так, как раньше. Я приложу все силы. Сайори навсегда останется моей самой близкой подругой. И я сделаю все возможное, чтобы каждый день ее лицо украшала улыбка. Да ты затрахаешься этим заниматься, чувак. Это наступил день фестиваля. Я был уверен, что из всех возможных дней именно в этот мы с Сайори пойдем в школу вместе. Но она не отвечает на звонки. Я думал зайти к ней домой, чтобы разбудить. Но решил, что это немного чересчур. Между тем, подготовка к мероприятию должна близиться к завершению. Мне удалось в одиночку дотащить все кексы, аккуратно уложенные на двух подносах. Нацуки уже завалила меня шквалом сообщений, но из-за того, что у меня были заняты руки, я не мог ей ответить. Забавно, но думаю, у нас с Нацуки схожие чувства относительно нашего вступления. Я больше жду того, когда он закончится, чтобы провести время вместе с Сайори и Нацуки. Ты чё, уже там втроём решил замутить? Или чё, я не понимаю. Чё это они будут вместе проводить время, скажи мне? Но зная Монику, я уверен, что и само мероприятие выйдет отменным. Декарт-сан, ты пришел первым. Молодец, что так рано. Странно, я думал, здесь уже будет хотя бы Юри. Моника раскладывает по партам маленькие буклетики. Наверное, это те, что она готовила со всеми стихотворениями, которые мы будем читать. В конце концов, я просто отыскал в сети какое-то стихотворение, которое, как мне показалось, понравится Монике. Его-то я и зачитаю. Я удивлена, что Сайори не с тобой. Она опять проспала. Вот ведь Соня. Я-то думал, в такой важный день она могла бы приложить немного больше усилий. А я думал, композитор мог бы приложить немного больше усилий. Где музыка какая-то на заднем плане? Мне что-то уже как-то, ну, как-то не так немножко. Давайте музыку включайте. Музыку, в конце концов. Тут я вспоминаю о том, что Сайори сказала мне вчера. Мне становится стыдно, ведь для нее все далеко не так просто. Я сказал это только потому, что привык так думать. Но, может, все-таки нужно было пойти ее разбудить? Ага, Декарт-сан, тебе бы следовало взять на себя хоть какую-то ответственность за нее. Ну, в смысле, после того вашего вчерашнего разговора. Ты понимаешь, что оставил ее в подвешенном состоянии? Разговора? Моника, тебе о нем известно? Разумеется, я ведь президент клуба. Мне кто-то может объяснить, как эти два факта связаны? Президент клуба, значит, я ясновидящая, блин, я все слышу и вижу, да? Но я запнулся от смущения. Сайори что, правда так быстро разболтала ей, что ли? Что я, по сути, отверг ее признание? Это выставляет меня в плохом свете. Но мне виднее, как будет лучше для нее, ведь так? Ну какой ты умный, да? Блин, ты не знаешь всей ситуации, так что не волнуйся. Пожалуй, я знаю куда больше, чем ты думаешь, а? Моника столь же дружелюбна, как и всегда. Но, блин, от ее слов у меня по спине почему-то пробежали мурашки. Эй, хочешь посмотреть наши буклеты? Получилось просто замечательно. Резко ты тему-то меняешь. Конечно. Я взял один из разложенных на партах партах буклетов. Да, они действительно хороши. Подобное обязательно поможет заставить людей серьезно относиться к нашему клубу. Да, я тоже так думаю.
Я полистал страницы. Стихотворение каждого участника напечатано на отдельной странице, что придавало буклету почти профессиональный вид. Я узнаю стихотворение, которое читали на репетиции Нацуки и Юри. Что это? Я нашел стихотворение Сайори. Не то, которое оно читало на репетиции. Этого я еще не видел. Убирайся из моей головы. Копировать, вставить, копировать, вставить, копировать, вставить. Убирайся из моей головы, пока я не сделала то, что тебе же лучше. Убирайся из моей головы, прежде чем я прислушаюсь ко всему, что она сказала. Убирайся из моей головы, прежде чем я покажу, сколь сильно тебя люблю. Убирайся из моей головы, прежде чем я закончу это стихотворение. Но стихотворение никогда не закончится. Оно просто перестает двигаться. Не, вот знаешь, Сайори, наверное, посиди дома сегодня. Посиди, не надо это читать. Не надо это зачитывать. Я думаю, что это несколько, знаете, так, внимание к нашему клубу, ну, принесет, да, внимание, но не самое лучшее. Мне кажется, наш клуб запомнится хреново. Он запомнится вот этим. Не нашими кексиками с Нацуки, не тем, как Юрий там будет выписывать там каллиграфию, там вот это вот оформлять. Вот это все люди запомнят. Вот это запомнят и скажут: боже, какие же шизанутые кретины в этом клубе находятся. Не надо. Не надо этого делать. А что такое? После того, как я прочитал его, мне стало жутко не по себе. Декарт-сан, что случилось? Да нет, ничего. Это стихотворение кажется совершенно не похожим на все остальные, написанные Сайори. И на стихотворение тоже, кстати. Не похоже совершенно, на самом деле. Кроме того, я передумал. Я пойду за Сайори, так что... А? Ну ладно. Постарайся сильно не задерживаться, хорошо? Я быстро вышел из класса. «Не напрягайся так», — сказала мне вслед Моника. Я прибавил шагу. «О чем я только думал? Я должен хоть немного стараться ради Сайори. Подождать ее или же разбудить — не такое уж большое дело. Даже такая мелочь, как совместный поход в школу, сильно ее обрадовал бы. Кроме того, вчера я сказал ей, что все останется так же, как всегда. Это все, что ей нужно, и то, что я хочу ей дать». Я дошел до дома Сайори и постучал в дверь. Я не ожидал, что она ответит, ведь ее телефон тоже молчал. Как и вчера, я открыл дверь Ой, что-то я быстро промотал. «Сайори?» Она спит очень крепко. Я сглотнул. Не веришь? Она что, покончила с собой, что ли? Я понять не могу. Бужу ее в собственном доме. Слишком уж смахивает на то, что сделал бы парень для своей девушки. Разве не так? В любом случае, мне просто кажется это правильным. Я постучал в дверь комнаты Сайори. Сайори, подъем, Соня. Ответа не пос... Блин, она походу реально покончила с собой. Ну все к этому идет. Она на это намекала еще. И плюс ко всему, мне очень не хотелось бы вот так вламываться в ее комнату. Разве это не вторжение в личную жизнь? Но она просто не оставила мне иного выбора. Она же говорила, я типа должна исчезнуть еще так. Мать твою, реально так и есть! Коровку хоть бы это пощадило! У коровки психологическая травма будет. Что ж ты делаешь, Сайори? Ну что ж ты наделала-то? Ну зачем же это надо было-то делать-то, господи? Может она еще это, может еще не до конца? An exception has occurred. Чего, блин? Какая-то игровая ошибка мне там выдалась. Это, нет, это, я не понимаю, это типа пасхалка от разраба или это реально какая-то ошибка? Ну чё ты с ней, разговаривать собрался, что ли, я не понимаю. Давай, снимай ее с петли, старайся там, разряд, искусственное дыхание там. Она будет рада, наверное, искусственному дыханию, поцелуй почти. Короче, надо, наверное, сохраниться по такому поводу, замечательно. Давайте, назад. Какого чёрта? Какого чёрта? Мне снится кошмар? Да, так и... Мне только не понять, что вот это вокруг за помехи появились такие. Блин, твою мать. Ужас. Ужас какой. Такая была милая няшная грация. Что это? Это как вообще понимать? Это не взаправду. На самом деле, такого просто не может быть. Сайори не сделала бы этого. Еще несколько дней назад все было в полном порядке. Поэтому я не мог поверить тому, что предстало перед моими глазами. Я подавил позыв к рвоте. Только вчера я сказал Сайори, что буду с ней. Я сказал ей, что знаю как лучше, и что все будет хорошо. Так почему? Как она могла это сделать? Как мог я оказаться настолько беспомощным? Что я сделал неправильно? Отверг ее признание. Должно быть, именно это столкнуло ее в пропасть. Ее мучительный вопль до сих пор эхом отдавался у меня в ушах. Почему я сделал это с ней, когда она нуждалась во мне больше всего? Почему я был столь эгоистичен? Это полностью моя вина. В голове роились мысли о том, что я мог бы сделать, чтобы предотвратить это. Если бы я просто проводил с ней больше времени, провожал ее в школу, дал ей то, чего, как я знал, она хотела от наших отношений, тогда я мог бы это предотвратить. Знаю, что мог бы. К черту литературный клуб, к черту фестиваль. Я...
потерял лучшую подругу. Подругу, с которой вместе рос, ее больше нет. Что бы я ни сделал, ее не вернуть. Это ведь не какая-то игра, где я мог бы перезагрузиться и попробовать изменить выбор. Не-не, абсолютно нет. У меня был всего один шанс, и я оказался недостаточно внимателен. И мне не избавиться от этой вины до самой смерти. В моей жизни не было ничего важнее нее, и все же я не смог сделать того, что ей было от меня нужно. И теперь мне уже ничего не изменить. Никогда, 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 никогда. Это еще больше раз повтори, блин. Конец. Это что за хрень? Что это за CJU Boom? Это как понимать? Не понял. Это так и надо? Ко мне навстречу бежал Анна? Я не понял. Ее зовут Оякрури. Она моя подруга. Она из тех людей, с кем сегодня ты вряд ли стал бы дружить. Но так уж вышло, что вы знаете друг друга уже не весь сколько. Что происходит? Она стала просыпать все чаще. Ну-ка, когда я только вздохнул, стал ждать на перекрестке, пока Оякрури меня не догнала. Я ничего не понимаю, блин. Походу игра просто. Кирдык, башка, кирдык. Это лучшее определение. Игра кирдык, башка, кирдык, ребят. Но я не знаю, как это комментировать. Ничем не примечательный будний день, похожий на любой другой. По утрам, будучи окруженным идущими в школу парочками и компаниями друзей, я чувствую себя паршивее всего. Я всегда иду в одиночестве и постоянно твержу себе, что... А да что за хрень творится, а? Вот это вообще, конечно, неждан. Не, вы знаете, мне постоянно писали в комментах, что меня ждет какая-то жесть. И мне повезло ни разу не нарваться ни на какой спойлер, то есть... И я вот так понимаю, вот это имеется в виду под жестью неожиданной, потому что, в принципе, момент с самоубийством, он предугадывается. Если внимательно читать диалоги, то есть я уже... Когда к этому делу начало подходить, и когда он не смог до нее там достучаться в доме, я уже был практически уверен, что она мертва, и так оно и оказалось. То есть меня это как-то особо не удивило. Но вот это что вообще? Но у меня совершенно нет мотивации вступать в какие-то ни было в клубы. Я вполне доволен своей ничем не примечательной жизнью, а свободное время провожу за играми и аниме. Конечно, всегда найдется аниме-клуб, но девушек в них все равно не бывает. То есть, если дальше игра будет проходить вот в таком стиле, то я могу честно сказать, что это самая странная игра, которую я когда-либо видел. И совершенно обычный день в школе незаметно подошел к концу. Собрав вещи, я тупо уставился в стену, словно пытаясь найти там клубы. Нет ни одного, который меня заинтересовал. Давайте промотаем. Декарт-сан. Моника? Боже, я совершенно не ожидал тебя здесь увидеть. Давно не виделись, да? Ну да. Моника приветливо улыбнулась. Мы знакомы. В прошлом году мы учились в одном классе, хоть общались и не часто. Моника, наверное, самая популярная девушка класса. Умная, красивая, спортивная. В общем, совершенно не моего уровня. Так что от ее искренней улыбки мне стало гораздо... Так зачем ты пришла сюда? О, просто ищу кое-какие принадлежности для клуба. Не знаешь, есть ли здесь ватман или маркер? Думаю, тебе надо заглянуть в кладовку. Ты же в дискуссионном клубе, верно? Ага, насчет этого. Из гусь-дибла... Из дискуссионного клуба я ушла. Правда? Почему? Ага. Откровенно говоря, меня воротит от всех этих политических интриг в крупных клубах. Такое чувство, что мы там только и делали, что спорили о бюджете, рекламе и подготовке к мероприятии. Я же хотела заниматься тем, что мне нравится, и сделать из этого нечто особенное. И к какому же клубу ты решила присоединиться? Вообще-то сейчас я основываю новый литературный клуб. Литературный? Звучит довольно скучно. И сколько членов ты уже набрала? Не хочется признаваться, но нас пока только трое, а членов там ни одного. Поэтому пошли со мной, дорогуш. Очень тяжело найти новых членов для того, что звучит настолько скучно. Ну, это я понимаю. Ну, знаешь, на самом деле это вовсе не скучно. Литературный клуб может заниматься чем угодно. Чтением, писательством, поэзией. Одна из наших участниц даже хранит в клубной комнате свою коллекцию манги. Подожди, серьезно? Да, забавно, правда? Она вечно настаивает, что манга это тоже литература. И ведь она права. Кроме того, участник есть участник, верно? Моника сказала, она? Слушай, Декарт-сан, есть ли вероятность, что ты все еще ищешь, в какой бы клуб вступить? Думаю, в какой-то мере, но... В таком случае, есть ли шанс, что ты окажешь мне большую услугу? Я не стану просить тебя присоединиться, но... Если бы ты мог просто на минутку заглянуть в наш клуб, я была бы просто счастлива. Пожалуйста. В принципе, у меня нет причин отказываться. Кроме того, как я вообще могу отказать такому человеку, как Моника? Конечно, думаю, я могу зайти.
Ах, это прекрасно, ты очень хороший Декарт-сан, ты знаешь это? Скажешь тоже. Ну что, пойдем тогда, поищу материалы в другой раз, ты гораздо важнее. Короче, сейчас все будет развиваться, будет история без Сайори, я так понимаю, да? И, то есть, а потом еще кто-то помрет и еще будет на одного члена клуба меньше? И опять будет развиваться история с этими помехами и глюками или что? Я так представляю себе концепцию этой игры, хотя, наверное, загадывать не буду. Она может, мне кажется, удивить в совершенно неожиданные моменты, в неожиданной совершенно своей какой-то форме и проявлении. Сегодняшний день был увековечен тем, что я продал душу Монике и ее неотразимой улыбке. Уже не за кекса, видите? Когда мы были с Сайори, мы продавали душу за кекса, а теперь продаем душу Монике и улыбке. Я робко последовал за Моникой по школьным коридорам и лестницам. В этом крыле, отданном под учебные классы выпускников и клубные комнаты, я бывал нечасто. Преисполненный энтузиазмом, Моника распахнула дверь класса. Я вернулась, господи, мать твою! Какая жесть! О, у меня прям поток ненормативной лексики, я его едва-едва сдержал, когда это увидел, честно говоря, потому что это жутко. Это реально сейчас было жутко, господи, у меня аж дрожь какая-то по спине прошла, блин. Вернулась она. Знаете, что самое жуткое? Что все это в той же будничной атмосфере происходит, вот эта непонятная хрень. И привезла с собой гостя, блин. Девушка номер один, да хватит это делать, я паралитиком выйду из-за компьютера сегодня. Гостя? Серьезно, ты привела парня. Отличный способ убить здесь всю атмосферу. Не вредничай, Нацуки. Кстати, добро пожаловать в клуб, Декарт-сан. От увиденного я потерял дар речи. В этом клубе полно невероятно симпатичных девушек. Да их уже меньше немного, их могло бы быть больше. Дебил ты. Так, дай угадаю. Ты парень Моники, верно? Что? Нет, Нацуки. Очевидно, эту недружелюбную девушку зовут Нацуки. Она мне не знакома. Ее маленькая фигурка словно бы говорит о том, что она только поступила в старшую школу. В общем, это всегда полная энергия Нацуки. А это Юри, вице-президент клуба. Приятно познакомиться. По сравнению с остальными, Юри выглядит куда более зрелой и робкой. И кажется, ей тяжело находиться в компании людей типа Нацуки. Да, мне тоже приятно с вами познакомиться. В общем, я зашла в один класс за принадлежностями, а там еще был Декарт-сан. Мы разговорились, и он решил заглянуть к нам в клуб. Давайте-ка, наверное... Ну так, на всякий случай сохранимся. Малый. Разве не здорово? Стоп, Моника! Разве я не просила заранее сообщать мне, прежде чем привести новичка? Я собиралась... Ну, ты знаешь. Что-то я, кстати... Блин, я как-то... Это случайно получилось, но я почему-то клацаю продолжение именно на сиськах Юри. Это как-то неприлично. Надо выбрать какое-то нейтральное место. Давайте вот сюда вот, например. Прости. Я не забыла, просто случайно с ним столкнулась. Раз так, мне следует заварить чай, да? Было бы здорово. Декарт-сан, почему бы тебе не присесть? Девушки сдвинули несколько парт, чтобы сделать большой стол. Юри прошла в угол комнаты и открыла кладовку. Тем временем Моника и Нацуки уселись друг против друга. Чувствуя себя все так же неуютно, я сел рядом с Моникой. Я знаю, что ты не собирался сюда приходить, но мы позаботимся, чтобы ты чувствовал себя как дома, хорошо? Как президент литературного клуба, я обязана сделать его веселым и увлекательным для всех. Удивительно, что в клубе пока так мало людей. Наверное, тяжело создавать новый клуб. Можно и так сказать. Немногие люди жаждут вкладывать все силы в создание чего-то совершенно нового. Особенно если это что-то не привлекает сразу твое внимание. В нашем случае литература. Мне вот, знаете, что я подумал? А вот кем мне теперь, с кем мне теперь мутить? Мне продолжать с Нацуки мутить? Или с кем-то другим? И что будет, если я буду мутить с кем-то другим? А что будет с теми, с кем я не буду? Они тоже начнут вешаться из-за меня? Вот мне теперь надо, блин, думать, что дальше делать. Ну ладно. Все равно я-то не знаю. Я буду как-то наугад, наверное. Может быть, попробую замутить с Юри. С Нацуки уже пробовал, теперь можно с Юри попробовать, например. А может, надо до конца быть с Нацуки? Черт его знает! Не знаю, блин! Короче, и тебе приходится много работать, чтобы донести до людей, насколько она может быть веселым и благодарным занятием. Благодатным, не знаю. Поэтому школьные мероприятия, такие как фестивали, очень важны для развития клуба. Я уверена, что до выпуска мы сможем сделать этот клуб большим и популярным. Да, Нацуки? Ну, пожалуй. Нацуки неохотно согласилась. Такие разные девушки, но у всех одна цель. Моника наверняка приложила немало усилий, чтобы найти эту парочку. Юри вернулась к столу с чайным сервизом. Она аккуратно расставила перед нами чашки, чайник разместила рядом с тарелкой с кексами. Ты хранишь в классе целый чайный сервиз?
Не волнуйся, мы получили разрешение от учителей. И потом, горячая чашка чая помогает насладиться хорошей книгой, согласен? Пожалуй. Не тушуйся так, Юрий просто старается тебя впечатлить. Я вовсе не... Юрий обиженно отвернулась. Я просто хотела сказать. То есть, тут я с тобой согласен. Хоть для меня ни чай, ни чтение не являются любимым времяпрепровождением, чем я всегда не прочь... Чаем я всегда не прочь насладиться. Я рада. Юрий едва заметно улыбнулась, явно почувствовав облегчение. Слушай, Декарт-сан, а что ты обычно читаешь? Учитывая то, как я мало читал в последние годы, меня такой вопрос поставил в тупик. Мангу. Промямлил я про себя, как бы в шутку. Нацуки вдруг резко дернула головой. Похоже, она хотела что-то сказать, но так и не решилась. Видимо, ты не из книголюбов. Ну, я могу измениться. Что я несу? Я выпалил это, не подумав, как только увидел печальную улыбку Юри. А что насчет тебя, Юри? Надо подумать. Юри провела пальцем по краешку чашки. Больше всего люблю романы, в которых описываются глубокие и сложные фэнтезийные миры. Я вот знаете, что подумал? Это, в принципе, можно все, наверное, проматывать. Потому что мы это все уже дело читали, правильно ведь? Ну, я вот пока вот смотрю так, вот все вот эти реплики я помню. Вот это все я помню, вот это все было. Забудь, точно, бла-бла-бла, с чего ты это взяла, и так далее, да-да-да-да, это все тоже было. Это все тоже у нас было. Истинная форма произведения – письмо, посвященное самому себе. У тебя должно быть желание открыться своему читателю, раскрыть перед ним свои слабости и самые потаенные уголки сердца. У тебя тоже ведь писательский опыт, верно, Юри? Может, если ты поделишься с нами своей работой, то станешь пока... И сейчас они, короче... У нее идея, да. Сейчас они решат, что мы все будем делиться. Мы все будем делиться своими писательскими работами. И вот теперь я должен буду решить, блин. Я должен буду решить. Теперь, когда ревнуюсь к зачем придет разговор о моем вступлении в клуб, я прямо выдал то, что все это время не давало мне покоя. Вообще-то я не говорил, что вступлю в ваш клуб. Вот это давайте посмотрим на их реакции. Смотрите на их лица сейчас. Оп! Пусть Моника и убедила меня зайти, я никакого решения не принимал. Я все еще хочу посмотреть другие клубы и... Опа! Опа, какие лица-то расстроены, да? Я потерял ход мыслей. Все три девушки уставились на меня отрешенными взглядами. Но... Извини, я думала... И все стали меньше ростом, особенно она. Еще меньше, а? Девушки обменялись взглядами с Моникой, и она повернулась ко мне. Наверное, я должна сказать тебе правду, Декарт-сан. Дело в том, что нам пока... Не хватает членов, чтобы официально зарегистрировать клуб. Необходимо 4 человека. Я из кожи вон лезу, чтобы набрать новых членов. Вот это новые реплики по-любому. Потому что тогда 4 человека было еще, когда Сайори была жива. Если же мы до фестиваля так никого и не найдем, я просто беззащитен перед этими девушками. Как я могу принять взвешенное решение в виде их реакции? Я бы никогда себе не простил, если бы подвел их в этой ситуации. Кроме того, атмосфера в клубе довольно расслабляющая. К тому же, если написание стихов та цена, которую мне надо заплатить, чтобы каждый день проводить в компании красивых девушек... Так, ладно, я решил. Я вступлю в литературный клуб. Глаза девушек засияли. О боже, правда? Декарт-сан, ты сказал это на полном серьезе. Да, это может оказаться весело, ведь так? Ты на секунду меня по-настоящему напугал. Если бы ты просто взял и ушел после всего этого, я была бы крайне разочарована. Декарт-сан, я так рада. Теперь мы можем официально зарегистрировать клуб. Спасибо тебе огромное. Ты просто потрясающий. Я сделаю все, чтобы ты мог хорошо проводить время. Идет? Ах, спасибо, наверное. Отлично. Полагаю, сегодня на этой прекрасной ноте мы можем официально завершить нашу встречу. И не забывайте про сегодняшнее задание. Написать стихотворение к нашей следующей встрече, чтобы мы все могли друг с другом поделиться. Декарт-сан, я с нетерпением жду твоего творческого самовыражения. Ага, да. Могу ли я впечатлить звезду класса Монику своими посредственными писательскими навыками? Я чувствую, как во мне растет беспокойство. Девушки тем временем продолжали болтать, пока Юри убирала чайный сервиз. Я тогда, наверное, пойду. Давай, увидимся завтра. Не могу дождаться. Я вышел из клубной комнаты и направился домой. Всю дорогу мои мысли крутились вокруг трех девушек. Нацуки, Юри и, разумеется, Моники. Буду ли я счастлив, проводя каждый день после школы в литературном клубе? Может, у меня будет шанс стать ближе с одной из них? Ладно. Мне просто нужно как следует воспользоваться сложившейся ситуацией, и я уверен, мне обязательно улыбнется удача. Но сперва стоит написать стих сегодня вечером. Да уж, черт побери, ну и кого мы теперь будем? Давай, вы разблокировали особость стихотворения. Я не могу заставить себя сходить к психотерапевту, когда я еще ни разу не была такой счастливой. Лучше наслажусь этим ощущением, пока меня не поймали и не отправили в реанимацию. Гениально! Гениальное стихотворение, просто браво, браво, браво. Опа. А где это? Третья где? Моника где?
А, или тут Моники и не было. Тут была Сайори, может быть? Давайте-ка, подождите, давайте сохранимся. Короче, у нас две девушки. Вот мы ничего не можем сделать. Девушки у нас две. У нас Нацуки, но мы с Нацуки опять будем готовить, да? Давайте для разнообразия впечатлять Юри. Значит, смотрите. Бесконечный. Потом пленник. Неуклюжий. Вот, блин, твою мать. Так, так, не-не. Нескончаемый. Смятение, беспокойство, неиздержанный, лень, путешествие, лень, нет, не лень, твою мать, никакая не лень, головокружение, вселенное, счастье, вращение, вселенная, мне кажется, подойдет такое слово, отрекаться, неустойчивый, катастрофа, энтропия, несовместимый, мучительный, послеобраз, ну, уже не важно на самом деле, пышущий, мы уже в любом случае... Юри хорошенько впечатлили, я думаю. Уже там идет, наверное, счет где-то 17-3 или около того. Доброе утро, Декарт-сан. Я рада, что ты от нас не сбежал. Ха-ха. Не, я бы так не поступил. Может, от меня это прозвучит странно, но я держу свое слово. И вот я снова в литературном клубе. Я пришел последним, так что в клубе уже бурлила деятельность. Блин. Это все-таки... Вот это все-таки... Это так неожиданно происходит, знаете, в такой... мирной, замечательной обстановке, что вот реально усыкаешься от страха. И вот первую секунду прямо аж сердце. Спасибо, что сдержал обещание, Декарт-сан. Надеюсь, для тебя это не слишком тяжелое бремя. Ведь так сразу окунуться с головой в литературу, когда ты к ней еще не привык. Ой, да брось ты с ним так нянчиться. Моника уже затянула тебя сюда. Не знаю, планируешь ли ты просто приходить сюда, чтобы убить время, но если не будешь воспринимать нас всерьез, можешь сразу проваливать. Да, ты чё, ты за... Чё высокопарно говоришь, сама все... Она вылезает из монитора, что ли? Почему она... Почему ты перед титрами? Твою мать, она сейчас реально как в фильме «Звонок». Это девка с длинными волосами. У нее они тоже длинные, только не такие черные. Она сейчас вылезет, наверное, меня схавает просто. Твою мать. Кажется, Нацуки застряла где-то между словами Моника и Манга. Она застряла, блин, между моим экраном и титрами. Вот где она застряла, корова. Манга тоже литература. Уничтоженная одной репликой, Нацуки угрюмо плюхнулась на свой стул. «Извини, Декарт-сан, мы будем в первую очередь заботиться о твоем комфорте, хорошо?» Юри бросила на Нацуки разочарованный взгляд. «Как бы то ни было, ты теперь в литературном клубе. Может, ты хочешь взять почитать какую-нибудь книгу?» «Ну, отказаться я все равно не могу. Как ты и сказала, я теперь в литературном клубе. Раз уж предлагаешь ты, мне кажется правильным заняться чем-то подобным». Подожди, я ведь ничего такого не имела в виду. Если ты на самом деле не хочешь, то забудь о том, что я сказала. Да, нет, все не так, Юрий. Я хочу постараться стать частью этого клуба. Пусть я и мало читаю. Я буду только рад взять книгу, если ты этого хочешь. Ты уверен? Я просто хотела... Ну, я ведь вице-президент. А значит, я должна помочь тебе найти занятие по душе. Из своего портфеля Юрий вытащила книгу. То есть, она вице-президент, Моника президент, а Нацуки шестера, что ли, местная? Она за кофе бегает или что? Я, наверное, буду вместе с ней, да? Я не хотела, чтобы ты чувствовал себя не в своей тарелке. Так что я выбрала книгу, которая, на мой взгляд, тебе понравится. Она довольно короткая, так что даже если читаешь нечасто, уверен, она тебя увлечет. И мы могли бы обсудить ее, если захочешь. Это... Как у нее непреднамеренно получается быть такой бесконечно милой. Она даже не поленилась найти книгу, которая может мне понравиться. Хотя я практически ничего не читаю. Спасибо большое, Юрий, я обязательно ее прочту. Я с энтузиазмом взял книгу. Ах, не нужно спешить, читай в своем темпе. Я буду с нетерпением ждать твоего мнения. Когда все расселись, я ожидал, что Моника пойдет по плану мероприятий клуба, но, похоже, ошибался. Юрий уже полностью погрузилась в книгу. У нее такое сосредоточенное выражение лица, будто она весь день этого ждала. Нацуки же копалась в кладовке. Я очень хотел бы поговорить с Юри немного дольше. Но в то же время мне не хотелось отвлекать ее от чтения. Я бросил взгляд на обложку ее книги. Похоже, это такая же книга, как и та, которую она дала мне. Кроме того, она кажется на первых ее страницах... Ах, черт. Наверное, заметила, что я смотрел на нее. Она еще разглянула на меня украдкой. И наши взгляды на мгновение встретились. Но это заставило ее только ниже склониться над книгой. Извини, я просто задумался. Пробормотал я, чувствуя, что смутил ее. Все в порядке. Если бы я была сосредоточена, скорее всего, ничего бы и не заметила. Ну, я просто перечитываю отрывок, так что... Это ведь та же книга, что ты дала мне раньше, да? Мне просто захотелось перечитать один отрывок. Безо всякой причины. Просто интересно, откуда у тебя две одинаковые книги? Тогда вчера я заглянула в книжный магазин. Ой, я нет, хотела сказать, я имела в виду... Просто так получилось. Понятно.
Очевидно, что Юрий чего-то не договаривает. Я обязательно скоро примусь за чтение. Мне приятно это слышать. Как только возьмешься, оторваться будет уже непросто. Это очень увлекательная история, вызывающая множество ассоциаций. Вот как? Кстати, а о чем она? Так, по-моему, вот это все тоже уже было, да, портрет Маркова, пожалуйста, она все рассказывает про книгу. Это мы все дело читать, наверное, не будем по новой. Да-да-да, в душе она другая, душа... Опа-па, блин! Твою мать, а, я что-то просрал. Я откуда ж я знал-то, блин? А как, а назад можно? Ну, на, ну твою мать, а. Просрал какие-то сообщения. Видимо, надо все-таки читать внимательно. Думаю, что я не буду перезагружаться. Да что ж ты будешь делать? Случайно это прям получается. Я просираю новые реплики. Так, смотрите, я перезагрузился, дошел снова до этого диалога. Сейчас мы будем внимательно читать. Вот она рассказывает про книгу, да? В основе лежит история о религиозном лагере, превращенном в тюрьму для экспериментов над людьми. У каждого человека есть характерная черта, на учреждение и так далее, и так далее. Смотрите, очень внимательно ждем. Ждем, когда появятся вот эти вот очень странные строчки диалога. Надо прочитать, мне очень любопытно. Внешне робкая и нелюдимая, но в душе она кажется совсем другая. Эти истории заставляют тебя взглянуть на жизнь по-новому, когда плохие вещи происходят не из-за того, что кто-то хочет быть злым, а из-за того, что мир полон ужасных людей, и всем нам лучше просто сдохнуть. Юрий. Да не гони. Юрий, это не надо. Потом вдруг... Ай, я опять заболталась, да? Только не снова, прости. Эй, не нужно извиняться. Я вовсе не утратила за этого интерес. Тогда, наверное, все нормально. Но я чувствую, что ты должна знать об одной моей проблеме. Когда я позволяю вещам вроде книг и письма целиком заполнить мои мысли, мое тело становится... Чё, я не успел! Тогда, наверное, все нормально, но я чувствую, что ты должен знать, когда я позволяю вещам... Так, еще раз, смотрите, еще раз, сохраняем сюда. Мое тело становится невероятно... Что? А ну еще раз, так, тихо. Да что ты... Загрузить я хочу. Как за... Ты что, издеваешься? История? Какая нахрен история? А, вот. Нет, тут не сохранилось это дело. Еще раз, да. Короче, мое тело становится... Не понимаю. Какие-то символы дебильные идут. Невозможно прочитать. Я напрочь забываю окружающих, бла-бла-бла-бла-бла. Ах, это, пожалуй, что так. Оба! Я это видел. Вы это тоже видели, да? Ее там красненьким чем-то там пидорнуло нормально. Как будто электричеством. Да, ну, короче, демон какой-то внутри нее прорывается, походу. Ты не обязан, но о чем это ты? Дай мне только ее достать. Я быстро вытащил книгу, которую брал в портфель. Так, можно мне сесть здесь? Я пересел на соседнее с Юри место. Ах, конечно. Точно? Ты кажешься несколько насторожной. Может, еще раз сохранимся на всякий пожарный? Это... Извини. Это не значит, что я не хочу. Я просто не привыкла к такому. То есть читать в компании с кем-нибудь. Ясно. Тогда просто скажи, если буду отвлекать. Ладно. Я открыл книгу и принялся за пролог. Вскоре я понял, что Юри подразумевала под чтением в компании. Казалось, будто она заглядывает мне через плечо. Это не особо мешало. Может, немного отвлекало, но чувство было отчасти приятным. Краешком глаза я видел Юри. И понял, что смотрит она не в свою книгу. Я посмотрел еще раз. Похоже, вместо этого она читает мою. Прости. Я просто купалась в ощущениях тепла твоего тела. Юрий, тебе не кажется, что ты слишком много извиняешься? Разве? Я не хотела, прости. Я так понимаю, это их мысли, да? Вот эти вот, ну, все вот это черное, да? Это то, что они думают про себя. Мы этого, как бы, они нам это вслух не говорят, но мы это, типа, можем. Они, то есть пока что только Юрий так общался. Но я думаю, что в будущем так, наверное, будут общаться все, да? Ага, вот так будет лучше, верно? Я пододвинул парту к парте Юрия и положил книгу посредине. Ах, наверное. Юрий нерешительно закрыла свою книгу. Когда мы оба чуть наклонились вперед, наши плечи почти соприкоснулись. Пользоваться левой рукой в таком положении было неудобно, бла-бла-бла. Так, тут все понятно. Юрий протянула левую руку и зажала левую сторону книги большим и указательным пальцами. Окей, давайте! Что за хрень? Что это сейчас было? Ну-ка еще раз, сохранить. Выскочила иконка кого-то, я даже не разумею, Моника, кажется, или кто вот, а, так, с раскинутыми руками. Мне уже начинает казаться, что я схожу с ума с этой игрой, ей-богу, я... Ладно, давайте пока на этом заканчивать, продолжим эту садомию, блин, непонятную, совершенно отбитую в следующий раз. Господи Иисусе, что творится, мать царица, да? Мать ваш, какая жесть!
Окей, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарий, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, жмите поделиться, рассказывайте друзьям, вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании. И все на этом. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.